Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Kingdoms of Amalur. Так, нам надо поговорить с этим парнишкой, и как я помнится, мы отсюда вот, где мы сейчас, лагерь Хелики, мы попадем вот сюда. Мы возьмем квест, чисто, и все. Мы никуда не полезем пока. Но наконец-то мы нашли последнего ненастоящего участника экспедиции. Меня зовут Хели Кросс, я начальник экспедиции в землю к югу от Далентера. Клыки Нароса, и нам не помешают лучшие сильные войны. А ты много знаешь о клыках Нароса? Кое-что, единственные записи об успешном путешествии туда сделал альмейский миссионер по имени Денджер. А, ну окей. Это чудо. Наступная земля, найди перевал в горах, прирост невозможно. Ага, ясно. Я сделаю это. Тогда мы поможем отправиться в путь. Я уже рассчитал все припасы. Ясно. Встретимся в южном проходе. Давай попробуем пройти как можно дальше. Я не пойду, потому что это как раз-таки вот ведет меня вот в эту локацию. Нарос, да, но там интересно, там будут гиганты, они больше будут похожи на греческих богов, и мы с ними там будем воевать, с некоторыми, да, с некоторыми воевать, плюс там вроде парочка новых врагов появится, противных не помню, но вроде да, ну, уже был, кстати, новый враг, но вы его не застали, так как я бегал, открывал карту, сейчас покажу где, где-то... Вроде здесь, или вот здесь. Короче, новый враг, да. О, ребята. А как ты меня достал? Нельзя так делать. Минус одна псина. Надо с псинами разбираться. Должен... Как ты мне... Слушай, у него дубина его здоровая, которую он мне достает спокойно вообще на раз-два. Меня немножечко подбешивает. Но мы с ним разбираемся на раз-два все равно. Так, у нас продолжаем наше... Нифига себе, волк набрал на себя. Мы продолжаем наше маленькое путешествие. Делаем старый добрый круг. Так, карта местности. О, мы его сделали. Значит, вот здесь, потом вот тут вот все подсоберем. И пойдем отсюда дальше. Естественно, дальше. Так, иди сюда, животные. Да как ты это делаешь-то? Тихо. Главное не попасть под удар. О, Сул. Сул, ну да, Сул, конечно. Ага, аж 6 раз. А ну-ка давай вот эту вот способность про тебя проюзаем. Да, она, короче, станет теперь. Благодаря всему. Эй, нет, не делай так больше. Вот ты злой Сул. Так, это второй из четырех. Немножечко обидно и странно одновременно. Всего лишь второй. То есть, ну, они, ребятки, сильные. Нам их надо всех отмудошить. Чем быстрее, тем лучше. Так, мы круг сделали. Там наверху должна быть башня. Мы там были. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, все, круг мы сделали. Я без понятия, как ты здесь появился. Но да ладно. Плывем пока дальше, собирать все ресы. Сейчас на вот этот остров отправимся. Да, сегодня мы так подзачистим локацию. Серия сегодня будет длинная. Час с небольшим, а может быть и час с большим. Все зависит от того, насколько у меня хватит времени. Но времени сейчас у меня много, поэтому... Да. Поэтому все будет. Ой, там что-то какое-то интересное оружие вспомогательное. А, ну, эта локация, короче, невысокого уровня по сравнению с другими локациями. И поэтому здесь не такое топовое оружие, как мне хотелось бы. Но оно есть. Мы им будем пользоваться. Ну, хотя вряд ли. Скорее нет, чем да. Так, волчары. Вы что, серьезно? Волчары. Да, из них снаряжение всякое фуфловое выпадает. Ну, куда же без него. Так, у меня 77 уже. Надо не забывать. Так, там мы потом попадем на то место, чтобы забрать эту фиговинку. Единственный плюс, что сундуки показываются. Но что-то они как-то, знаете, показываются. И все равно у меня типа это...
Такое ощущение, что я, ну, каким-то макаром вообще умудрился вот это не собрать. А я мимо него пробегал. А я не пробегал мимо него. Точно, я же это забегал с другой... Опа, дяденька. Знаешь, что я сделаю сейчас с тобой? Знаешь, что я сделаю? Правильно, я выпью опыт и зелье силы. Так, давай. Лови. Зачем ты это делаешь? В смысле, псина? О, он урон от электричества получил. И я получил. Нифига себе, ты мощен. Так. Не даем ему использовать способность. У меня еще зелье опыт действует. О, тяжело. Это же был один из, или нет? Серьезно, это не был одним из тех, кого надо завалить? Печалька. Печалька. Реальная печалька. Да давай, вскрывайся. Замки здесь легкие. Так. Ну, в воде ничего нет. Значит, все сундуки наверху, наверное, находятся. Надо их просто найти. Ну, половина сундуки, половина нычки. Так, у нас место уже заканчивается. Но мы можем тэпаться продавать все. Конечно, это не сильно желательно. 85, 84, ой, 86, скорее всего, уже. 88. Обидненько. Так, а у нас здесь, значит, вот сундука 2 и черное пятно какое-то здоровое. Странно. Ну, типа, оно не должно быть здесь. Так, что-то я не понимаю момент. А, вот, все, понял. Сколько у меня места? Место у меня 88. Так, у нас вот здесь сундук и вон там сундук. Да вот это нам надо вот сюда вот лезть вроде как. Жалко, shift сразу не работает. Приходится переключать постоянно. Ну, там на бег и на все остальное. Естественно, нет. Ну, мы сейчас починимся. У нас как бы есть чем чинить. Да. Тем более, надо чинить, да? Потому что куда же мы без починки? Во, одно место как раз освободилось. Так, ну, блин, я знаю, что сейчас мы там не... Там два, да, две нычки. Мы там не сможем забрать. По-любому. И там еще нычка. Тут вот, ну сколько... Ух, ё-моё, да их дофига осталось-то. Так, мы вообще где? Мы вот здесь, карта местности. Ага, даже так. То есть нам в любом случае хрен пойми куда бежать, да? Ладно, давайте тэпнемся, если что, сможем потом... А что тут, ни у кого... А, вот торгаш есть. Я думаю, торгашей нету, как торговать, продавать. Да, деньги надо собирать. Много денег, потому что по 130 тысяч предмет стоит. Как-то, знаете, мне жмет карман очень сильно такие предметы. Так, ну тебя мы продаем... Да, оружие тут все фигня, поэтому можем все спокойно продавать. А, мы, кажется, продали. А, так, тебя не можем продать, потому что ты ворованная вещь. Так, а отсюда нам надо срочно продать эти взрывающиеся хрени. Я умудрился еще и украсть две штуки где-то. Вы молодец. Так. Раствор кислоты я без понятия, зачем мне, но я оставлю, типа, ну а вдруг? Вдруг он мне пригодится, а у меня его нет. Так. Мне куда тэпнуться-то надо? А тут ничего нет. Ну давайте вот если сюда тэпнемся, то вот сюда сбегаем сначала. Да, давайте сюда тэпнемся. Сбегаем, заберем ящик. Какого-то, чё ж ты, я не умудрился его не увидеть, я, конечно. Оп, нифига себе, видали? Бочки прям передо мной развалились. Как я умудрился его, конечно, не заметить. Сейчас посмотрим, потому что, ну, это странно. Хм,
Даже очень странно, как я умудрялся его не заметить. Ну-ка. Что это там у нас? Дерево, наверное, какой-нибудь пенек валяется. На отшибе. Ничего здесь я не увидел. И что я здесь не увидел? Что мне скажет? Короче, это вот этот вот пенек. Баганый, прекрасно. Баг номер два. Пенек. Так, карта местности. Ну, в принципе, если вплавь пойдем, то доберемся. Короче, два бага уже, это задание и пенек. Обидненько. Баги я не любитель. Особенно такие. Самое обидное, то что мы квест не можем выполнить никак. Но я постараюсь что-нибудь придумать. Ну, не знаю, как-нибудь его пройти. Конечно, запускать, загружаться там или что-то еще такое билибердой мы заниматься не будем. Ну, потому что это бред. Типа, я потратил столько времени, чтобы загрузиться, заново начать там проходить что-то. Нет. Такой фигней мы заниматься не будем. Это заново все это проходить, левел набирать и все остальное. Я... Нет. Я этим точно не стану заниматься. Так, мы здесь можем зайти, выполнить вот этот квест, убить здесь всех и потом нырнуть дальше по заданию пойти. Мы же можем вот тут залезть. И там как раз босс стоит, которого нам надо убить. Но мы сначала пойдем наверх, пока нас не спалили. И с ребятами разберемся. Как-то так. Пошел вон. 50%. 50% сработало, но что-то как-то это тухленько. 74 опыта мы взяли. Так, дальше мы пробираемся, забираем вот это и забираем все вот это вот. Вот это вот, прыгаем и забираем вот это. И у нас тут три квеста. Убить вот этого, сходить сюда и убить вот этого. Ну, мы сейчас потихоньку их всех переубиваем. Да ё-моё, в чем я застрял-то? Опять в камушках. О, здорово, дядь. Давай, молнию. А чё, вы встан не это? О, замечательно. Ну, давай, давай, давай. О, замечательно. А я думал, они встан хотя бы за это вместе. Так, с одним разобрался. Я кого-то сломал. Очень сильно. Как-то я реально очень сильно его поломал, аж чуть ли не пополам. Так, если меньше 50, мы будем юзать эту штуку. Как его? Юзать... Так, нам сюда. Сейчас мы сначала с острова ящик заберем, потом последний камень заберем, квест выполним. Естественно, потом в дальнейшем его сдадим. Так, ну 60%, блин, ради такого взлома заниматься. Сдадим квест этот, наверное, сбегаем чуть позже. Да, задание выполнено, сокровище Мирописа. А что за типа ресы? Ну что мне за это дадут? Вот, набор инструментов, сейчас будем тут круги нарезать, собирать. Скорее всего. Так. А чё тут? А, тут пенёк. И крабик. Так. Ага, сундук с той стороны. Ну, как вы видите, в принципе, всё идёт легко, изящно. Мы только еще какого-то фига там два сундука сзади, вон там, точнее, спереди уже не собрали. Надо будет выполнить этот момент. Да, вот тут вот. Куча сундуков. А где я еще видел тогда сейчас? А, может, это они? Я просто как... А как они у меня за спиной оказались? Короче, фигня какая-то.
Так, там, о, там это дерево вонючее. О, еще и дерева только не хватало. Дерево, дерево, дерево. Я забыл загуглить, кто эти ребята. Опа. Ну да, фигня. Опа, если бы мы сюда пошли до того, как начали бы весь этот махач, то, скорее всего, мы бы могли здесь неплохо повеселиться и нормальных шмоток набрать. Ну и не так жестко всасывать, когда с нами дрались. Хотя мы умерли-то всего один раз. Так, секунду. Ну, давай мы с тобой разберемся. Ух, нифига себе, как он его. Раз. Давай выстрел, выстрел, выстрел. Соточка. Так, секунду. Зелька опыта. Левел апчик. И две сущности. Прекрасно. Так. Торговца, здоровяка, чародея. Нет, кровопускатель, силы. Подожди, а где у нас зелье, которое мы себе специально взяли, купили? Так, подожди. Нет, стоп, расходники. Урон, мана, исцеление, защита открыть. Нет, меткость, это все не то. Где? А на фиолетового цвета. Зелье красноречия. Это как раз поболтать. Опыт нет, среднее зелье рассеивания. Вот. Теперь 70%. Вот шансов побольше. Лучше, чем ничего, можно так сказать. Так, у нас левел ап. His sacrifice so unexpected, yet so fitting. Forfeiting himself so that she. Агранку заняться. Ну, скрытность пока не нужна. Взлом замков или бы снятие чар. Так, взлом замков легко, сложность всегда успешен. Снижает сложность при взломе. Взлом замков позволяет мастерски взламывать механические замки, благодаря чему персонаж сможет обойти даже самые строгие меры безопасности. Интересно, эти строгие меры безопасности дадут мне? Нет, не то. Взлом замков тяжелая сложность всегда успешен. Снижает сложность при взломе замков. Так самый сложный это и есть максимум. Что там еще сильнее может быть? Да, я во взлом, наверное, пойду. Давно я хотел прокачать взлом. Так, у нас сила. Мы вкачиваем сюда два навыка, вкидываем. Мне надо что еще вкачать? Ну, пока силу оставим, в магию зайдем. Да, в магию у нас вот это вот надо вкачать, подтвердить. Силу магию мы вкачали. У нас вот сюда смотрим, что у нас тут. Ага, сила, ловкость, магия по 26 должно быть, подтвердить. Так, мы все выполнили, нам надо убить вот этого гада. Сходить сюда и сходить сюда, и все. Так, он где находится? Да, он вон там. Пойдемте последнего завалим. У меня две бутылки. А, взлом и мана, точно. Как мы его умудрились не убить? Вот чем интересно. Мы же вроде это, ну, со всеми сражались. Или он типа остался самым последним? Да это нормально. От него даже уклониться не успеваешь. Вот, как я уже сказал, уклониться не успеваешь. Но ему это не поможет. Че, серьезно? Я не успел даже его убить, а хотел. Так, все, готово. У нас есть здесь квест. Нам надо сюда, типа, вернуться. Давайте вот этот квест выполним. Так. А, и сюда надо вернуться, сдать квест. На сокровище. Квест на сокровище. О, чё? Такого хренового маленького утырка выпало фиолетовый амулет. Ну-ка, давайте посмотрим, что там нам выпало. Здоровье, длительность оглушения, вероятность оглушения. Ничего себе, прикольно. У нас сейчас вот это одето, но мы скоро поменяем тебя на более топовой. Так, сколько у нас? 84.
Давайте слетаем вот сюда, сдадим квест и как раз-таки попродаем все. Может быть, купим ремкомплектиков, потому что у нас бывает всякая фигня. Чё за прикол? Ну как? Не, я, конечно, заберу, но ты же... Ну вот откуда, откуда эти все ящики появляются? Откуда? Их не должно быть. Подожди. Ну вот это я знаю. Статуя Амана Весня. Это я знаю. Но откуда они появляются? Они не должны здесь появляться. Короче, я не буду их лутать, мне нафиг не надо. Мы это все уже лутали. И лутать это по 700 раз, что-то как-то вообще не горит желанием никакого. Ну реально, смысл мне за ней этим бегать постоянно. Дебилизм. Вот. Ладно, ладно. Этот мы, типа, мы взламываем его чисто, да. И тут 99%, что нам жопу надерут. Не знаю. На. Мертвы все до одного. Что ж, ты сделал даже больше, чем я тебе требую. Твоя награда. 1600. Так, нам налево. Да? Налево, налево, налево. Есть сундуки, от которых есть ключи, но ключей у нас нет. Что печально, естественно. Так, ты, во-первых. Привет. Давай без лишней болтовни. Ты продашь мне ремкомплекты, и мы разойдемся с миром. Да ё-моё. А я продам тебе все вот это. Даже топовые штанишки. Нет, снаряжение тут все равно фигня. Это, кстати, тоже нам не подходит как снаряжение. Ну, в смысле, фигня. Блин, я вот сейчас опять вспомнил, что я зелье торговца не заюзал, прежде чем вот этой всем барыжничеством заниматься. Сколько у меня места? 68? Почему у меня так мало места? Странно. Ладно. То, что мы сундуков кучу не нашли, это понятно, но то, что мы один из них точно, я знал, что там есть, но у меня ключа нету, поэтому толку. Я не знаю, от кого ключ получить точно, от кого получить ключ, чтобы открыть этот сундук. Я помню, что я его открывал. Я у кого-то находил ключ, подбегал и открывал этот сундук. Кого конкретно, я не помню. Но кто-то точно был. Ну, на этот раз здесь никого. Да, мы здесь зачистим быстренько. Потом сбегаем вот сюда. Наверное, зачистим быстренько. А потом дальше пойдем воевать, мочить всех и так далее и тому подобное. Снова уехавшие сундуки. Куда же без этого? Так, и у нас два путя. На, наверное, этот... Да, это отсюда мы спрыгнем, значит, у нас один путь. О, кто-то раскладывает всех. Точнее, кого-то все раскладывают. Какие они крепкие. Привет. Послать смертного. Так, Венсен решил надо мной подшутить. Впрочем, пара ударов ты, похоже, выдержишь. Значит, окончательно песню не испортишь. И все-таки любопытно, как именно с точки зрения Халама ты можешь помешать мне уйти обратно в круговорот. Но это все его проблемы, не моя. Что теперь делаем? Будь с тобой честен, дитя праха. Я никогда не видел, чтобы кровавая кость действовала настолько непредсказуемо. Ему наплевать на историю, он... Ага, короче, вместе одного смертного девы он похищает целое становище, я не знаю, как правильно. Мужчины, женщины, дети — это безумно. Ага, ясно. А я думал, мне собственная неизменная гибель. Ясно, короче, воевать сейчас будем с этим ушлепком. Ну, не с этим, конечно, с другим, да. Он похищает, надо, короче, людей спасать. Ну, эльфов. Вот. А, нет, стоп, людей. Все правильно, он говорил, когда он сказал про людей, он имел в виду людей. Я думал, реально эльфов спасать придется. Ну, короче, тут надо просто пробежаться и всех спасти. А в конце перед прыжком просто надрать ему задницу. Ну, тому чуваку, который их всех ворует. И все. Ты должен умереть. Это не моя привилегия, просто так задумано. Так, тихо, дай мне залутаться. Ну давайте, обезьянки, летите нам ко мне.
вот этот крепкий. Был крепкий. Блин, такой мелкий, такой. Пытается меня сажать там что-то. Да, это теперь у меня будет под ногами путаться аж бесконечное количество времени. Главное, случайно с ним не поговорить, ибо я этого не хочу. Ну, потому что... Зачем? Зачем мне заниматься всякой фигней? Единственный плюс, то, что мы сейчас тут бегаем, все собираем, это дополнительные задания, дополнительный опыт. И, может быть, с кем-то мы подружим. Стоп, я пропустил. Как я умудрился пропустить-то их? В тупиковой этой локации. Странно. Ладно, это целиком полностью мой косяк, и я не представляю, как я умудрился это сделать. Ну, здесь хлам. Да, здесь хлам, здесь дешевые шмотки. И если мы к тому моменту нашу способность на это накопим, то вообще шикарно будет то, что мы разложим его с одного удара. Ну, вы поняли. Давайте попробуем на посохе побегать. На грозовом. Не, все же. Вот, чуть-чуть не хватило. Спасибо, чувак. От тебя все же есть... Вот я о чем говорил. От тебя все же есть толк. Ты мне помог. Ну, толка, правда, не так много. Да, и вот, короче, последний. Скорее всего, пятый, да? И там босс. Не, четвертый. Пятый, значит, вон там, и там босс будет. Ну да-да-да, вон как раз босс там сейчас, скорее всего, и будет. Так, здесь должно быть хорошее растение. А, нет, здесь просто яма с кислотой. А ты через нее? Да, ты, дурачок, через нее пробежал. Ну что, власти, давайте, что вы там стоите. Какие-то стрёмные волки. Были. Я не достал чуть-чуть буквально. По идее, после спасения последнего мы должны то ли встретиться с тем чуваком, то ли встретиться с тем чуваком. Ну, кто против нас? Да, вот он должен быть вон там, вон. Да, как раз там арена. И мы не набрали шкалу нифига. Прекрасно. Вот он. Эй, только это, давай по-братски, я сейчас заберу ящик, а вы потом можете тут хоть в десну долбиться до самого талого. Ага, он за мной идет. Кровавая кость где-то здесь, он затаился. Секунду. Кровавая кость вон за нами идет. Я тут у нее ящики обворовываю. Все, я всех спас, можем уходить. Иди сюда. Так, значит, ведьма была права. Заплывшая среди луж Удуата, сэру Феррера прекрасному прислали подмогу. Ага. Неужели ты думаешь, что такой герой мог? Ага, ясно. Слушай меня, новый рыцарь, уйди. Оставь меня последним из пленников, и я поделюсь с тобой знанием о том, как изменить вещи. Останься и получай одни лишь трупы. Ага, останутся или получить трупы, или... Конечно же, чувак. Мне нет дела до этих людей. Я не брошу этих людей умирать. Так и ничему не учитесь. Короче, понятно. Я отпущу пленных. Тихо. Мне надо шкалу заполнить. Что происходит? Вам жопа. Простите, но вам жопа. Я хоть не могу ничего поделать. Ты типа переместился, что ли? Ну, идея интересная, конечно. А дальше что? А жопу-то я тебе сейчас надеру. Все, я не успел набрать, потому что я не ту кнопку нажал. О, а жезл. Да фуфло жезл. 70 уровень, конечно, но фуфло все равно. И мне места нет, серьезно.
Я разочарован, если честно. А, да. Воскресить. Well done, так, недурно, Сагрел, ты доказал, что достоин этого имени. Халам не зря поверил в тебя. Так, рассказ «Кровавой кости» озадачил меня, но сделает мне, что он не лжет. Нужно вернуться в Винцену и повести его обо всем, что мы узнали. Братан, без проблем. Но там ящик? А, там нет ящика. А, ящик — это, наверное, вот этот, который показывался. Благо, там внизу вроде как нет кислотного озера, поэтому мы не сдохнем. Ну, не сдохнем, не получим урон. Да, прекрасно. О, привет, ребят. А я быстрее вас. Мы спасли людей, мы сейчас отправимся. Продадим все. К эльфам быстренько метнемся, продадим все. И пообщаемся с тем чуваком, который вот здесь. У него там много всего. Очень много всего. Нам еще в лагерь надо сходить, не забыть. Так, ты где, дружище? Дружище, ты где? Иди сюда. Вот тут сидишь, чуть тебя внутрь-то не пускают. Ты жулик, наверное, тот еще. Так, держи все эти предметы, бессмысленные для меня. Ну вот, сравни, 155, 214, 94, 95. Ну, в принципе-то, кстати... 47-48, ну тут да, тут уже ни о чем. Тут да, тут уже не шмотки, а хлам. Так, у меня должна быть, наверное, еще одна это. Взрывчатки нет. Так, тэпаемся вот сюда, сдаем квест. Нам надо вон туда еще сходить, потом квесты сдать. А, с тобой мы пока не закончили, потому что экспедицию какую-то там надо было завершить, мы ее не завершили пока что. Так, а здесь мы можем заняться тем, что можем посмотреть, что у нее есть в доме. У нее что-то есть в доме, я помню. Вроде как да. Ну, заберем, пригодится. Счет, старые письма. Нет, это нам нафиг не надо. Так, а еще подвал. Которым ровным счетом принес нам нифига. 11 монет. Ух. Заживем. 11 монет, это ж... 11 монет. Да. На них-то мы точно заживем. Ну. Чувак. Угу. 1064. Наконец-то ты его нашел. Я рад, что ты вырвал его. Ну так, в моем распоряжении еще есть много монет, и они твои. Все, спасибо. Так, у нас остался еще один квест здесь. Это вернуть артефакты. И он вот здесь. А, там все нормально. Ой-ой-ой, я забыл совсем. Надо с волком разобраться, эти клоуны уже так не такие уж страшные, как кажется. Это вообще меня перепрыгнуть умудрился. А, все, не страшно. Теперь не страшно. Так, у нас 73 места. И это из-за того, что у нас огромная куча зелий, которыми мы не пользуемся. Надо пользоваться. Все, мы идем возвращать артефакты. А потом, наверное, будем сваливать. Ну, сдадим квест эльфам. И потом будем сваливать из этой локации. Тут два квеста. Типа два артефакта. Один вот здесь, второй вот здесь. Кажется. Не помню. Не буду врать, не помню просто. Но сначала придется смахнуться с огромной армией вот этих гадов. То есть ему вообще плевать. Что происходит? Что происходит? Псины, вы что, страх потеряли, что ли? Слушайте, они меня неплохо так надамажили. Ну, я бы не сказал, что смерти... О, тихо, вот это надо. Да, блин, опять.
Я бы не сказал, что смертельно, как вы сами видите, но надамажили нехиленько. Так, нам надо... О, там потайная комната уже появляться начала. Так, нам вот сюда, да, за первым этим забрать. Первые ресурсы. Да, убить кого-то надо. Вот он стоит. Тихо. Ненавижу вот этих. Да ё-моё, вы теперь меня месить будете как тесто? Аж 6 раз. Ах, вы сволочи. А как тебе вот это? А если я тебя вот так вот сделаю? Оглушение. Нифига себе, там урон у него. А, мы ему всеми этими дротиками в упор прям зарядили. Как хорошо, что этот бессмертный. Этот телепортировался? Ты что, умеешь телепортироваться? Прикольно. А, броня. Что нам там выпало? Штанцы фуфло и щит фуфло. Нам вспомогательное оружие. Во! Очень быстрая скорость. Вот чем мы будем юзать теперь дальше. Да. Потому что это клинки. Они замораживающие, они прикольные. Они очень сильно дамажат. Раз на то пошло. Так. Типа выход из локации. А, это наверху лежит. А как наверх попасть? Короче, как наверх попасть можно. А, это тоже наверху? Ясно. Облом. Маленький облом. Так, стоп, подожди, наверх как-то попасть можно, я 100% уверен. Ладно, пошли. Походу, наверх попасть можно, но... Это, походу, придется убить всех вот здесь. Я не знаю, как мы сюда попадем, но как-то можно туда было попасть-то. Может, через другие ворота или еще что-нибудь. Я не знаю, но почему-то нас туда не пускают пока что. Ну да хрен с ним, что, пойдем сюда. За следующим артефактом. Мана восстанавливается по чуть-чуть, но прям по чуть-чуть. Идите сюда, псины. Устойчивость? Устои от этого. Все, устойчивость пролетела, да? Как и эти ребята. Так, там вон есть сосудец. Надо посмотреть, какая там. 90% спокойно забираем. 90% это фигня. А вот 50% надо уже заюзывать. На плюс 2 хотя бы. Так, блин, как туда попасть? Я не помню. И это очень обидно, потому что я реально не помню, как туда попасть. Но я бегал по этому квесту, я выполнял, я чистил полностью подземелье, экспедицию, куда мы идем. Да, я там все чистил. Так. О, гоблины. А тут никто не появится? Хм, странно, я думал, вроде появиться должен был. Вот и все. А ты еще и телепортировался, типа. Ты молодец, конечно. Ничего не скажешь. Толк от тебя, правда, нулевой, конечно. Не, реально, я и без него могу справиться. Эй, FPS, вернись. У меня 44 FPS. Че случилось? Во, 60, все нормально. Что-то пролагало жестко. О! Для чего мне еще клинки? Он здесь один. А они выпрыгнуть должны. Ты что делаешь, придурок? Пожалуйста. Эй, что произошло? Офигеть. Ой, под этим застрял. Блин, вот видите, он сам на него первый полез, и я из-за этого не смог. Ну, мы так и так бы не смогли нас. Это ловушка была, как вы понимаете. Но все равно. Он первый полез.
Он меня не слушает вообще. О, колечко. А, урон яда. Да, логично. И чё ты встал? Типа, я должен тебе дверь открыть? Там кто-то есть. Там кто-то есть. Да, вон, видите, белый человечек. Да, забыл сказать, тут очень огромная локация. Я все равно умудрился под гранату попасть. Что за магия телепортация? Есть что? Нет. Что за магия телепортации? Непонятно. Да, кстати, данжик будет очень большой. Прям очень. Ты попытался. Чувак, ты делаешь это очень долго, понимаешь? Ничего личного, но ты делаешь это слишком долго. И у нас снова засранный инвентарь. Почему? Правильно, потому что мы не юзаем зельки. Так. А, точно, это мы должны снизу пройти, там забрать. Все, вспомнил. Ну, сейчас-то получится. Сиди по-братски сзади где-нибудь. О, он на картах идет. Прекрасно. 42 FPS, 47. 40 FPS. Почему-то игра умирать начала. Так, тихо. Игра, живи. Давай. Чё за прикол? Почему у меня FPS так жестко сел? Так. Да, реально, FPS до 45 упал. С моими-то настройками. И с моим ПК до 45. Забавно. О, ожил. А, эти с этими сражаются? Уже нет. Откач за нами куда-то это. Не пошел что-то. Расходные материалы. Давайте смотреть. Защита. Съели. Выпили. Выпили. Ну это бесполезно. Что они мне зельки эти дают? Красноречие не будем. Заметность оставим. Хил. Среднее зелье чародея. Это не надо. Слабое зелье торгаша не надо. Надо, надо. Это вообще в хлам. Это вообще в хлам добавить. Все, я зельем снабжен как ракета. У меня теперь зелье до хрена. От слова совсем. И FPS ро про это. Про. И чё это? Угу. Ты типа телепортировался, да, за мной? Ясно. Так, сейчас вот ожил FPS почему-то. Непонятно. Я видел этот самый миг. А. This is as far as I can take you. Ты чё, обосрался, что ли? Чувак, в смысле мне придется идти без тебя? Так. Что ты переживаешь-то? Ни хрена себе, он меня вынес. Давай-ка. Мы ему руку отрубили или что? И соточку. Идеально. Давай зельку опыта выкинь.
чтобы побольше опыта получить. 2600. Так, и с него выпадает всякий хлам. Мне придется, тебе придется идти без меня. Он должен был, ты хоть понимаешь, что делаешь? С такими силами ты играешь. С такими силами ты играешь. Короче, он должен был убить либо его, либо меня. Смотрите, какие у него выпученные глаза просто. У меня получилось изменить судьбу, да? У тебя получилось забрать все, чем он был, и все, что он мог бы сделать. Изменить узор, ага. Из-за тебя он не совершил то, что должен был, его дети не родятся. Его жертвы не умрут тогда, когда были должны. Он хотел нас убить? Да, я знаю, но трудно сказать, какой перед вред ты можешь причинить по неосторожности. Ты гораздо опаснее, чем я думал. Нужно немедленно отвезти тебя в театр судьбы. Короче... каждый раз, ну, как вы знаете, если, типа, отправиться в прошлое, можно изменить судьбу. Если, ну, кому-то предначертано умереть, а ты меняешь его судьбу, он не умирает, ты, типа, все меняется. Вот. Так и здесь. Все то же самое. Так. Блин, я... три раза, что ли, заюзал. Вот, и поэтому, короче, из-за этой всей фигни... Ой, у нас такая фигня происходит. Давайте ворованные скинем, я чё... Не, стоп, 110, это чё-то дофига для ворованного. Вот это нет, тридцатку нет, не хочу продавать. Хотя, ладно, давай, к хламу, тоже к хламу. Нет, сотку оставим. Я бабки получаю, если мусор разбираю? Я только что это понял. Серьезно? Ну ладно. Ну не, прикольно, что? Типа, да. Ну ладно. А что нет, когда да? Зельки надо обычно. У нас зелий, блин, больших очень дофига. Реально дофига. Нам их надо расходовать, тихонько начинать. Зелий маны, кстати, нет. А вот зелий здоровья прям хоть жопой жуй. Поэтому надо их конкретно расходовать начинать. О, опять FPS умер. Ребят, привет. ФПС умер. Слушайте, почему-то при врагах ФПС умирает, и без врагов ФПС умирает. Вернись, 37. Вы чё, какие 37-то? 52. Прикиньте, мы до двери добежали, мне резко дали 52 ФПС. Нам вот в эту башню надо подняться. Но тут нас ждут сюрпризы. А вот арена первая. Тут должен кто-то появиться, и мочилово начнется. Блин, я же знал, что появится. Блин, у меня есть щит, а я им не пользуюсь. Да ты задрал уже так делать. Че ты такой долгий, братан? У тебя меч, скорее всего, очень топовый. Это во-первых. Во-вторых, какого хрен ты так рванул резко? Нет, больше никто не появится, все нормально. Сейчас мы просто забежим за ним и все. И типа нам надо в башню подняться. А что ты так рванул, конечно? Вы видели, он по стене пробежался. Да, он сюда пошел. Ну пойдем, что стоишь-то. И исчез. Магия, мистика. Подожди-ка. Ой, а тут сейчас замес будет прикольный, да? Да-да-да-да-да, сейчас будет замес, короче. Ну, ага. Да, вот они. Короче, сейчас появится... Ладно, не буду спойлерить, сейчас будет сюрприз. Гости из прошлого. Раз они мне сами дали полностью восстановить.
Неудивительно, что Нискару нашли дорогу в это место силы, а все в этих развалинах постоянно вокруг этого зала, в центре всего камень предназначения. С его помощью феи учили скачей судьбы находить ответы на самые сложные загадки судьбы. Положи руку на камень и посмотрим, что будет, короче. Ага, еще мне руку оторвет. Да нет, конечно, я знаю, что будет. Я знаю, что будет, я уже проходил. Вроде босс появится, или, короче... А, нет, не босс появится, сейчас замес лютый. Из... Ребята вылезут. Привет. Получен камень судьбы. Поговорить с ним. Привет. Камень предназначения раскрылся от твоего прикосновения, и узор судьбы вокруг тебя распался. Так, и чё? И внутри, в самом сердце, был кодекс предназначения мудрости, с помощью которой феи когда-то помогали первым ткачам судьбы понять природу плетения. А ты не понимаешь, что это значит? Мир меняется, камень предназначения разбит? Ха, это небольшая цена за кодекс предназначения. Если мы сможем найти способ его прочесть, он может помочь нам понять кое-что о чем. Но сейчас тебе нужно понять кое-что. Ты меняешь судьбу всех, с кем встречаешься. Это может сделать тебя могущественнее всех, кто когда-либо жил в этом мире. Прикольно. Так, это означает, что мне никто не остановит? Нет, ты все равно можешь умереть или потерпеть неудачу, но судьба не включит тебя в свое плетение. Твой дар — свобода, твоя... Ага, ясно. Это значит, что обязан тебя постоять... Что это? А вот это веселье. А вот и ребята. А вот и наша подружка, которая завалила кое-кого. Ну, точнее, ткача спасла. Так, стоп, подожди. Сначала вот это. Сначала вот это. Потом вот это. Смотри, там кто-то в воздух взлетел. Все, все готовы. Ну, давай тогда с тобой разберемся. Ой-ой-ой. Блин, мало. Но опыт у нас есть, поэтому мы не паримся. А вот и подруга наша, дней суровых. Кто ты откуда, ты знаешь, что заодно в Толе? Мне наплевать, веришь ты мне или нет. Гораздо больше меня интересует твой друг. Что ты хочешь со мной перетереть? Ну давай. Я начну думать, что ты нравишься этим Туа. Туа, так как думаешь, почему? В конце концов, никто способен изменить судьбу мира, кто оказался бы способен тебя. Что ты слышала? Кто они... Как они меня нашли? Я не уверена, но они очень хорошо информированы о твоем местоположении. Они пришли прямо сюда. Ага. Так, но они значительно меньше интересны, чем ты сам с учетом. Так, теперь моя очередь. Зачем ты здесь? Я хочу узнать свою судьбу. Ха, знать будущее — удел глупцов. Кто же начинает читать книгу с конца? Лучше содержимое. Ага. Похоже, это кодекс нашел тебя. Наши ученые полагали, что их уже не осталось в этом мире, но ты умеешь... Ага. Сюрпризы, удачи, его понимание — это знание эльфов, а у них даже нет письменности. Сам камень содержит их знания смертным, он недоступ. Они недоступны. Меня интересует Туата. Как мне... Ага. Зачем ловить мелкую рыбу, если на глубине таится большой интересный секрет? Здесь кроется больше, чем ты можешь понять. У меня нет ответов на твои вопросы, но я знаю того, у кого они есть. Когда ты разберешься с этим Туата, возможно, тебе стоит нанести визит Верховному Королю в Исе. Я уверен, что он тебе поможет, короче. Ей нельзя доверять. Я еще никогда не встречал Докальфара, который дал мне прямой ответ, даже если... Но она была права насчет кодекса. Главное проявить осторожность, делая что она ясна. А пока мы можем забыть о Туата, который тебя преследует. С ними нужно что-то сделать. А как мне их найти? Как мы их найдем? Я тоже не доверяю. Как мы их найдем? Она ведь говорила, что они проходят через Дайден Хилл. Так, они не из этих земель, так что наверняка стали не меньше ясно. Найди меня там. Ага, ясно. Короче, там тебя найти, братан. Окей, все, побежали дальше. Как-то так.
А, во-во-во, все, я вспомнил, да. Иди к свету. То есть был вариант, короче, бежать пешком. А зачем? Мы же дверь можем открыть. Короче, был вариант либо нажать на кнопку и открыть дверь, волшебную дверь, либо бежать пешком и открыть волшебную дверь. Скажи, что у меня есть место. У меня есть место. Прекрасно. Так, теперь паркур про. И все, и к выходу. Ничего сложного, да? Ну, в общем, за нами бегают туата. Кто-то среди наших крыса, который сдает меня постоянно. Поэтому они знают, где я и что я делаю. Но я никому об этом не говорю. Единственный, кто знает об этом, это кто-то из эльфов. Это во-первых. А второе, это наш ткач судьбы. Ну, то есть чувак, который мы сейчас бегали. Больше никто не знает, где я бегаю. По факту. Типа, кто-то крыса. Да, кто-то крыса. Ну, вряд ли ткач, потому что... Хотя я не проходил игру до конца. Ну, я не проходил игру вообще. Поэтому без понятия, может быть, крыса и ткач и есть крыса наша. Но фиг его знает. Так, мы все сделали. Нам надо сюда слетать быстренько. Потом слетать к эльфам. Быстренько. Блин, опять бочка взорвалась. Мы поможем взорваться и этим. Привет. Вот это свет и тень. Меня послали вернуть важный артефакт, а не просто оружие. Храмовники будут считать меня дураком, когда я вернусь с ним, к ним с этим. Так, они еще не могут быть важны. Что? Они еще могут... А, они еще могут быть важны? Я закончил работу. Они еще могут быть важны. Когда я вернусь в Эдиссу, все увидят лишь то, как много я потерял и как мало вернул. Но, полагаю, ты прав. Может, все-таки в них кроется какая-то ценность. Спасибо тебе за помощь. Ах, твою! Короче, твою же налево. Да, у меня оружие отняли. У меня нет вспомогательного оружия, да? У меня его отняли. Ну да, вот как-то так. Как-то так. Обидненько. Стоп, что? Что? Откуда у меня шлем более топовый? Без понятия. И причем я его в подземелье в этом нашел? Странно. Ну, сапоги вряд ли, да? Серьезные сапоги более топовые? Но тут брони побольше, но я сейчас иду на более топовых шмотках, чисто потому что... Серьезно. Хотя давайте вот эти возьмем все же. Тут 24 брони так и так идет. Тут брони больше. Объясни мне, почему плюс 24 брони, помимо 47, у меня все равно 58. Разница в одну броню. Ну тут 24 брони плюс. И восстановление маны 10 секунд. Нет, конечно, берем эти. А, предметы не нужны, расходники не нужны. Так, задание. Карта мира. Сюда надо, и нам надо было, короче, к эльфам тэпнуться. В дом песен, погнали. В дом песен, потом туда, к этой мадам. Надо разобраться, что за хрень. Я не знаю, где мы молотком сможем махать. Нам везде нужно оружие быстрое, а молоток, оно для быстрое оружие, поэтому нафиг оно нам не нужно. Жезл может быть, но он ману жрет, как не в себя. Такое себе. Здорово, дядь. Расскажи-ка мне. У меня есть одно место. Блин, я не хочу сейчас. Сейчас ведь начнется. Я сейчас знаю, что сейчас будет. Ну, хотя бы два места. Я рад видеть тебя в здравии. Что происходит? Сперва сыграл, теперь кровавая кость. Что ужасные происшествия. Слушай, мы с Халломом обсуждали произошедшее в Удуате. Я хочу отправить тебя на совершенно особое дело, твою собственную песню. Прикольно. Отправляйся в дом Тановы, который называется библиотекарем. Это важное получение. Ага, опасностями. Я готов. Отправляйся в дом Тановы в Хаксе. Он будет ждать тебя там. А ты не хочешь мне ничего дать? Типа, ну ладно, окей. Ну, я как бы квест твой выполнил, вонючий. Подожди, а там есть кто-то, да? Ткач судьбы и этот, кто-то там. Прокачкователь наш. Привет. Не могу. Обидно.
Это обидно. Знаете, какой косяк будет, если реально... Ну, хотя ладно, фиг с ним. Может, мы на 40 уровне-то и не будем это скидывать прокачку. Но что-то как-то это пока плоховато идет. Ну, по идее, можно второй раз прокачаться. По идее, можно. Я помню, что можно. Ну, я прокачивался. Я в первой деревне дважды летал и дважды прокачивался. Я помню это. Почему тут не получается, без понятия. Так, сейчас мы посмотрим. У нас квест уже есть куда, да? Чё тут нового? Да тут до хрена сундуков. Чё тут может быть еще нового? Так, нам сюда. Может, мы случайно в ящике что-то оставили? Потому что это похоже на нашу деревню. А, нет, это не наша деревня. Карта местности. Так, а тут мы... И тут сундук появился. Два сундука. Да как так-то? Пошел ты в жопу. Как сундуки появляются, я без понятия. Но их не должно быть. This tells me that your tavern will be a part of Loch Dyden for decades to come. Привет. It's your fault that I can't pay my tab, это твоя вина, что я не могу заплатить за выпивку. Потому что я сюда вообще никогда не вернусь. Я прожил 20 последних лет, зная, что пригодила мне судьба, а потом ты. Черт, я думал, что уже все знаю о своей жизни. Я не хотел причинять вреда. Знаю, это лишь я не всегда был таким, как сейчас. В молодости я был воином. А в сражениях с чудовищами, то есть дерево, меня осыпали почестями смертные феи. Когда я был посвящен ткачом судьбы, я думал, что это награда. Но когда я впервые прочел свою судьбу, я понял, что это проклятие. Конечно, ты знаешь, когда ты помрешь. А еще одна смерть? Естественно. Но это была не смерть героя, как я всегда предполагал. Это была смерть труса, старого, одинокого, как... Либо смертный, я пытался ее избежать, но я знал, что она найдет меня. Это было ужасно, но я знал, что это часть великого замысла судьбы. И тут появляешься ты и изменяешь будущее. Ты крадешь мое место в гобелине судьбы. Я смирился, рассчитывая на худшее, но что мне делать теперь, когда я ничего не знаю? Ты все еще можешь быть героем. Точно, дни моей славы еще не сочтены. Я пока, и пока я рядом с тобой, я не знаю, когда конец моей истории. А кто знает, значит, что я должен заботиться о тебе, возможно, это старое безнадежное... Короче, в конце концов, я не просто обязан тебе жизнью, я обязан тебе своим будущим. Тебе удалось найти Туату. О, получено кольцо. Еще бы. Я же однажды в безлучную ночь выследил Авгрунского кого-то там. Он устроил лагерь в пещере к северу от города, и у них есть кое-что. Следящее устройство, и помощь они тебя и находят. У меня есть план, но нам нужно будет действовать сообща. Удалось узнать что-нибудь еще? Как они забрали... лист так далеко на запад. Они сильно рисковали, тайком пробирались через Эран Тел, и все ради одной единственной... Короче, ради меня. Они использовали что-то серьезное, чтобы тебя выследить. Они называют эту вещь глазами Тирнов. Главный подход тщательно охраняется и потребуется серьезный штурм. А другой выход защищен ловушками. Там нужно действовать осмотрительно. Я войду через главный вход. Я войду через главный вход. Прямолинейный и незамысленно. Слетели к воинам. Я прикрою тебя и позабочусь о том, чтобы никому было очищать перед... Ну, короче, окей. Блин, ну ладно, чё, окей, погнали. Да, штурм, Туату. Туата, конечно, те засранцы еще. Я хочу посмотреть, что мне за кольцо дал. Даже не фиолетовое. Ясно. Знаете, что мы сделаем сейчас? Знаете, мы сейчас возьмем вот так и сделаем вот так. Конечно же, пойдем продавать, естественно. Просто есть ворованные вещи, которые мы никуда сбагрить не можем. И это меня напрягает. А еще у меня есть ключи, которые мы не можем продать. Держи, чувак. Это просто бизнес. Просто я уверен, что мы найдем более топовое. Это что такое? А, это урон яда. Чё ты там?
Так, у нас здесь еще вот... Да, видите, сколько зелек до хрена просто. Стоп, подожди, а где... А я их в хлам превратил, походу. Да, я, походу, их в хлам превратил. Иди отсюда. Я не знаю, что это такое, и нафиг ты мне не уперлась. Зелье соблазнения, слабозелье воровское. Вот это вот возьмем. Рассеивание у нас есть. Вот это возьмем, и вот это возьмем на всякий. И попробуем вкачаться еще раз. Еще разик. Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Тут два тренера. Кто-то из них должен меня второй раз качнуть. Мадам, здравствуйте. Нет. Походу реально, один раз и все. Типа и обломись бабкому на корабле. Обидненько, обидненько. Братан, ключи у меня для тебя нету. Прости, я их еще не наворовал. Надо ключи от, ну, от нескольких тюрем украсть, там списочек есть. Это геморройненько в плане реального воровства ключей от этих тюрем. Ну, мы несколько ключей от некоторых тюрем нашли, так что вообще пофиг. Просто в каждом городе надо от каждой тюрьмы воровать ключи и все. Так. Так. Подожди. Пойдем. Инфоминира убить надо. Я не знаю, кто это. А-а-а, это этот чувачок. Короче, я помню, это мы в этом в статуе, наверное, квест взяли на него. А кто мне объяснит, как они умудрились на меня на... Как они умудрились на меня так легко напасть? Ну, забирай. О, молоточек. Да, инфоминира убьем. Где он? Ты что ли? Эй, ты что творишь? Что творишь-то? Да в смысле? Ну, убил я тебя. И что дальше? Сравнить. Фигня. 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 Задание выполнено. Тень. Энфоминира. Этот квест нам дал, короче, да, это деревце вонючее. Отправьтесь в Ардуат. Ардуат. Чё за Ардуат? Ну, погнали. А чё нам ткач судьбы? В смысле, а ты чё, не ушёл ещё? Ну, типа, пойдём, что ли? Или нам за тобой надо бежать? А, нам за тобой прям бежать надо. Ну, пойдём, чё. Неплохо, монстрика загасили. Ты что, серьезно? Сейчас будешь еще и сражаться со всеми. Вот если бы ты не подошел, мы бы не спалились. А ему еще и умирать нельзя. Но он не умрет, он бессмертный, так что вообще пофиг. Но если он и помрет, то это не наша вина. Так, здесь вот. А, это охотничьи ямы. Нам, короче, в охотничьи ямы мы идем. Все, я вспомнил. Ой, сейчас будет весело. Я надеюсь, мы... У нас как там, 66? 24 места есть. Ну, надеюсь, хватит. Да-да-да, охотничьи ямы. Я туда зайти не мог, потому что у меня ключей не было. И вот этот квест я зафейлил. Я сейчас сохранюсь вот здесь. Как зафейлить этот квест? Легко. Надо просто зайти туда и выйти. И все. И считайте, что квест вы зафейлили, вы уже сделать ничего не сможете. Да, это на изи. Буквально. Абсолютно на изи. Я его так и зафейлил. Мишки слабенькие. Опыта мало. Вот оно как раз. Пойдем. Это главный вход, ты столкнешься с лучшими бойцами, так что действуй решительно. Я выйду через запасной. Окей.
Если я сейчас выйду, я не зайду. Кажется. Если это я про то... Или это я не про то... Короче, я не буду рисковать. Я уничтожу глаза, тир, ног. Привет, ребят. И чё вы, типа, убегаете? А вы знали, что я вот так могу? Ну, типа, и все. Ну ладно. Ну как-то вот так вот и все. Это типа лучшие силы, что ли? А что тогда худшие? Ну реально, это что, лучшие силы? Ну не, ну вы что, ребят, давайте без этого Стёба. Если это лучшие силы, то... то пройдем мы быстро локацию. Ну вот босс, кстати, был неприятный. Ну, которого мы убили сейчас. А эти, кстати, не глушат какого-то фига. Какого фига эти не глушатся? Они должны глушиться. Или там просто вероятность какая-то у меня на оглушение? Я вроде помню, что после третьей как раз-таки есть большая вероятность на оглушение. Опа, 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 опа. Если я думаю, что это то, что я думаю, то нет, это не то, о чем я думаю. Ну, это прикольный щитец. Типа, и все. Так, сейчас мы быстренько про это. Я просто не люблю, когда звездочки всякие на заданиях и всем остальном. Не знаю, меня напрягает, что ли, как-то. Так, они тут пытались впилиться. Быстренько мы с ними разобрались. Да, кстати, жалко, что клинки у нас отобрали. Клинки света и тьмы. Это очень печальненько. Кстати, я знаю, где мы сейчас инвентарь застрял весь. Вот здесь. Опа. Охренеть. Короче, да, мы теперь три раза можем это баловаться этой фиговиной. Чё? А, и мне показалось. Кераса фигня. Перчатки хорошие. На два камушка минимум. Сапоги 48 одеваем. Ну вот, я уже похож на эльфа. Подожди, у нас на вспомогательном оружии меч, да, ведь? А, нет, дубинка. Сильнее дубинки мы пока найти ничего не можем. Жезл на ману, поэтому нет, сразу же. Маны слишком жрать будет много. Слишком много жрать. Он, кстати, уже на месте почти. Мы могли его подкараулить вообще, как бы. Так. Привет, ребят, я здесь. Да, в смысле? Типа у вас двое там, а все ясно. Типа вы еще и наперед стреляете? На опережение? И что, помогло? Ну и все. Как бы все. Так, у нас осталось совсем чуть-чуть места, а там еще бежать и бежать, да. Я думаю, мы справимся, все найдем, все заберем, все, что надо и не надо. Главное ремонтировать, не забывать шмотки. Есть более топовая броня, есть. Я ее одевал. Опа. Блин.
Короче, если бы мы пошли сейчас по сюжету с ткачом, то мы бы очень, ну, реально в хорошем снаряжении бегали. Но на этот уровень, и у нас был бы маленький уровень до сих пор. А так мы более-менее прокачались уже. Так, тут сейчас вроде будет засада. Да, вот они. Ребята. Ребята с нашего двора. Как-то так. Как-то так у нас это на районе делают. А вот и финальный босс. Так, ты должен был уже добежать до сюда. Это именно босс. Как вы понимаете, это босс. Ну, это не босс. Это так. Вот и все. Опа, это главный. Бессмертный смертный устал бегать, да? Захотелось нанести ответный удар? Ты можешь объяснить мне разницу между созданием природы и детьми праха, таких как ты? Мне все равно. Мы, дети природы, знаем свое место. Слабые и сильные, добычи и хищники, жизнь и смерть. Все идет по кругу. А вы, дети праха, не знаете свое место. Вы пришли на нашу землю, скоро вы встретитесь с охотниками. Ты, да, конечно. Полсосни. А ты не знаешь, когда нужно умереть? Неа. Я даже не знаю, кто ты. Тебе не остановить меня, никому не остановить. Ни одному смертному, возможно, но я Get Flow. Благословенный вестник милосердный Тирнок. Наши войска очистят мир от вашего смертного... Ага, ясно. И тебе всех смертных не станет, даже если некоторые из них более драгоценные, чем остальные. Теперь, по крайней мере, Туата будет... Они так просто тебя выследят, но кажется, тебе обратил пристальное внимание их король. Если бы на твоем месте был бы кто-то другой, я бы предложил тебе пуститься в бега и несколько лет не останавливаться, но у тебя может быть шанс. Есть шанс. Так, почему они хотят... Ну, почему я бессмертный? Тебе удалось пережить смерть, твое существование выходит за грани судьбы, феи не любят перемен, а ты представляешь угрозу для того, чтобы продолжить их... Короче, понятно, но не все феи твои враги. Я слышал, что Верховный Король хочет с тобой встретиться, бессмертный он или нет, лучше узнать. Ага, ясно, возможно, мы еще встретимся там, если старик все еще меня помнит. Окей, чувак, окей, что могу сказать. Ну, как видите, это все было изично. Мы собрали всякий шлак. Братан, а расскажи-ка мне, через что тебе пришлось пройти? Ну, потому что он как бы прошел через ловушки, а я что-то их не вижу. Типа. Так, там кто-то сидит в заключении. Пойдемте освободим их. Знаете, это похоже на ловушку. Блин, я вспомнил, почему нам предлагали здесь пройти. Все, я вспомнил. Короче, это да, он прошел со стороны ловушек. Вот они, типа их много. Но мы, скорее всего, с их стороны не сможем выйти. Мы можем вот что сделать. Тихо. О. Короче, эти пёсели, они нас не съедят, но... Что они будут делать? Правильно, они будут охотиться и убивать всех этих тварей. Да. Короче, если бы мы пошли по пути ловушек, то как раз бы эти пёсели бы были за нас и жрали бы всех, кого можно сожрать. А вон еще пёсели есть. Пойдем еще откроем. Ну да. В принципе, все было бы на изи. Ну так как мы прошли здесь... И ловить нам, в принципе, есть что, вообще-то. Кстати, можем сейчас снаряжение разобрать, чтобы это, не продавать его, да? А просто сделать вот так немножечко. Освободить местечко. И как раз накопить на разных прикольных штучек для... Как раз-таки на будущее. И здесь путь ловушек. Да, здесь путь ловушек. Давайте пройдем, я не буду собирать ловушки, я просто их обегу. Потому что нафига мне этим заниматься. Собирать ловушки, это долго.
Тут выход, тем более, вот он. Хотя, выход вот этот. Я боюсь, что там... Хотя, ну, есть вероятность, что мы там найдем себе ящик. Реально. Ну, то есть, какой-нибудь там будет ящичек выходом и все такое. Ну, то есть, мы сможем ящик где-нибудь найти. Ну, там, на выступе. Вероятность маленькая, но я не пойду ради этой маленькой вероятности. Да, ради этой маленькой вероятности я туда не пойду. Так, пойдем. С эльфами пообщаться, естественно. С кем же еще, кроме как с эльфами? С королем эльфов. Привет, ребят, как дела? Так, кинжалы, да, исы, которые мы не клепаем, потому что, типа, нафига клепать кинжалы? С другой стороны, сейчас камней нет, вообще изи, потому что мы можем эти кинжалы исы клепать пачками, и нам вообще никаких проблем не будет. Все, что нам надо, это сделать один кинжал исы, ну, точнее, один из этих исовских ресурсов взять, склепать его и не париться. Привет. Так, цветы у вас можно воровать. Что это такое? А, мы сейчас... Да-да-да, эту штуку принесли. А я в шлеме? Да, я в шлеме. А ничего, что от меня яд исходит? Прям пачками. Значит, хаос саморождения похищенной магии. А, значит, хаос саморождения похищенной магии? Оторван от судьбы. О, показывает, как я родился. Дитя двух отцов. Предательство. Winter is broken. Зима проиграла? Проиграла? Что? Так это эльф, зима звали? Прикольно. Король марионетка на троне своим впивается лестью и ложью. The power that grows. Сила, что растет в нем, вовсе не его. Is not his own. Ну да, скорее всего, демон. Скорее всего, демонов каких-то. На востоке это началось, сам закончился. На востоке, севернее, западный восток. Из-за леса доносятся ее крики. Безумие и ярость. Безумие и ярость. Короче, я знаю, где мы закончим. Снят, а мы понимаем, что это немного сбивает тебя с толку. Судьбы, как и феи, не меняются. Но Туата — это фей, ставший чем-то новым, а ты смертный и не под влиянием нитям судьбы, не под властью. А Гэтфлоу убеждает, что Туату — дело рук его нового бога. Если Туата — творение бога, то кто сотворил тебя? Гномы. Гномы. Я что-то новое. Божественная сила в дерзких руках смертного. Вот почему Ниральдим боится того, что мы сможем стать. Это век так видел множество перемен, которые когда-то мы ошибались. Что это означает? Вы видели это в грезах? Да, теперь я это как понимаю. И у тебя тесная связь с силой Алабастра. Что? Мы не знаем, что будет, когда ты отправишься туда, но мы знаем, что сила, стоящая за Гадфлоа, твоя. Его бог знает ответ на твои вопросы, и в его руках судьба этого мира. Я сделаю это. Я благодарю тебя, и, возможно, мы сумеем изменить судьбу нашего мира. Я видел тех, кому суждено было стать героями, кому подвиги даются легко, они рождаются, живут и уходят от нас, как им и предназначено. Ты же вершишь великие дела не по долгу службы, а по велению сердца, не то ли истинное лечение. Я остановлю Гэтфлоу. Похвально, но одной лишь силы духа недостаточно, чтобы справиться с этим в одиночку. Возможно, судьба и не властна над тобой, но нельзя
то так, поговори со своими союзниками, только с их помощью ты сможешь одолеть силы эти. Во, написано. Вы и вправду чистый лист и способны избавить свою собственную судьбу, как за... Ну, короче, Верховный Король. Дополнительный опыт плюс 3 и золото плюс 5. Изи, до свидания. И мы получили 18к, получили зелье судьбы. Зелье судьбы будет давать нам ткача судьбы, который... Ага, с вами поговорить надо. В основном оружие это у нас вот это. В броне у нас ни черта, мы все продали, кроме фиолетового. А мы их не продали, мы же разбирали. Уровень. Че, куда дальше-то идем? Снятие чар, наверное. Давайте, короче, пойдем-ка мы в алхимию. Да, пора идти в алхимию. Так, мана сюда. А, это я выстрелил множество целей. Это я не хочу брать. Это я брать не хочу. Активная постоянно. Будет активна. Сфера защиты. Создает магический барьер. Блокирует часть урона от атак врага. С определением урона, если активно, постоянный расход 30% маны. 30%, Карл. Конечно, берем. Жесть будет лютая. Так, во. Это нам не надо. Тут нам... Все, что нам надо, это... Вот это. А у нас тут надо еще по ловкости и по силе пробежаться, подтвердить. Да, приемы я знаю дали. Так, но мы можем как раз таки пятерочку еще активировать. Все, маны нет больше. Зато у нас барьер есть. Короче, все, хреновый из меня маг получается. А, у нас есть барьер и яд. 10 из 10. С тобой надо поговорить, ты сюжетный квест. Я не понял половину того, что говорил король, но похоже, он тебе помог. Хорошо, что тебе не придется действовать в одиночку, а в общем, мне кажется, я напал на след нашего старого друга. А мне не нужна никакая помощь. Что? Какой старый друг? Конечно же, старина Фомас Хьюз. Если кто-то может нам помочь, то этот гном, который вернул тебя к жизни. Я тут немного поспрашивал, и мне удалось связаться с его покровителем. Он думает, что сможет помочь нам найти Хьюза. Кто покровитель Хьюза? Фомас Хьюз мертв. Нет, он очень хитрый. Если уж ему удалось ускользнуть от тех убийц в лаборатории, я уверен, что он нашел новое укромное место, где может спрятаться. А если кто-то и может знать, где находится это укромное место, то это храмовник, который давал ему деньги. Его зовут Акиен. Отправляйся на юго-запад, на пустоши. Храмовник Акиен будет ждать тебя, чтобы обсудить, как можно найти Хьюза. Короче, я знаю, я находил Хьюза уже, я знаю эту фигню всю. Короче, да, это пустоши. Нам вот сюда дозорный лагерь. Хьюз будет сидеть, короче, где-то то ли вот этой вот вроде локации. Да, там у него будет лаборатория своя, библиотека здоровая, нам будет там надо искать его. А, кто бы мог подумать, что ты будешь представлять такой интерес. Похоже, смерть очень... Так, Агард ищет выход, Нералим ищет спасение, а Тирион ищет подборника, а ты умудряешься дать каждому из них, что он хочет. Это впечатляет. Мне пригодится любая помощь. Правильно, это будет не просто, то Ато сражается с нашими войсками под Мел Сенширом, и с годами их сила только растет. Тебе понадобится не только мы с этим старым ткачом судьбы, тебе понадобится, короче, армия. Как нам добраться до Гэтфлоу? Несколько лет назад одному воину удалось проскользнуть незамеченным, но теперь это уже никому не удается, даже мне. Но надежда все еще есть. На равнинах Эротелла ждет еще один игрок, о котором за эти годы успели бы забыть. Нам пора встретиться с ним. Приходи в деревню Эмбер, и я буду ждать тебя там. Окей. А Эмбер где у нас? Мы уже как бы можем туда спокойно тэпнуться. Отсюда из локации. Короче, все, что нам надо теперь, это... У нас два путя. Да. Первый — это вот сюда, в лагерь Хелики, чтобы... выполнить вот этот квест. Вот этот квест — это вся вот эта локация. Это город ихний, мы тэпнемся вроде бы вот здесь. Нам надо будет пробежать вот сюда, дойти до сюда, вот сюда, тэпнуться в портал, попасть в город, набрать там кучу квестов. Там в самом городе очень много подземелий. Там вроде есть станции телепорта. Ну, то есть ты встаешь на камень, он тебя телепортирует на другой камень и так далее.
вот эта вот шахта, тоже тут нам придется побегать. Много где придется побегать, новые монстры, боссы и так далее. Здесь такая же фигня, монстры новые, боссы не помню, но квестов, как мы знаем, еще очень много. Да хрена, я бы сказал. Так, и мы тут какой-то ящик мистерили. Да, пойдем скорее. Что там растет? А, фигня это, понятно. В общем, как вы понимаете, все идет дальше, дальше, и все интереснее, 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 потому что я не знаю, что будет дальше. Для меня это скрыто. Я спрятался, ты меня не можешь видеть. Кстати, надо щит снять. Объясняю, почему. Ну, он жрет маны 30%, и рука ждет, жмет 30%. Ну, иди отсюда. А что там вообще есть хоть? А, тут вообще ничего ценного. Я уж обрадовался, думал, сейчас получим, хрен там. В общем, что ж, ребят, давайте на этом пока что закончим. Продолжим уже в следующей серии. Пойдем выполнять дальше квесты. Ну, короче, мы немножечко отсрочим судьбу. И пойдем к великанам. Да. Займемся великанами. Греческими богами, кто они там. И несколько серий, наверное, серий 5. Может, даже 6. Потому что квестов там много, и плюс там много... Сама территория приличная. То есть, как мы видим, территория тут, ну, реально здоровая. Локации идут раз, два, три, четыре всего. Но сама территория огромная, тут бегать не перебегать. В отличие вот тут 5 локаций, плюс тут еще города, дома, здания. Нет, спасибо, я не хочу. Я могу отсюда тэпнуться. Вот, короче, север, юг, запад, восток. Короче, восток это у нас вот это ведь, да? Север, юг, запад, да. Короче, вот сюда нам надо, это финальная локация. Мы приплывем, скорее всего, на корабле вот из этого города, вот, либо вот из этого города. Но чтобы попасть в этот город, надо попасть в этот. Да, мы должны... Там, я видел, там корабли, мы, скорее всего, сможем переплыть. Но тут, возможно, тоже много квестов. Я в этом здании не был, в этом городе прикольном. Вот, мы приплывем, наверное, вот сюда, и здесь будет финальный босс. Вот, наверное, в этой месте. Я не знаю, не буду говорить, гадать и так далее. Либо вот здесь, в Алабастре, будет последний босс. Вот здесь, наверное, вот в этой хрен пойми, чем это, да. Я не знаю, в этой части материка я не был, тут я тоже не был. Пустыню я не всю разведал, я даже вроде до замка не добегал. То есть то, что я разведал вот это реально очень трудно. Земли, это земли эльфов. А подожди, а земли фей? Все земли фей? Или мы тэпаясь? Ну ладно, не будем забегать вперед. В общем, я вне записи пробегусь. Ну, вот здесь вот подзачищу, вот здесь подзачищу, вот здесь подзачищу, зайду сюда подзачищу. И... Подожди. А я не могу, да? Вот здесь, короче же, проход есть, он закрытый. Есть вероятность, что мы сюда можем попасть только в том случае, если мы получим этот. Короче, как-то с сапогами разберемся этого придурка. Если у нас не получится, мы сюда не попадем. Потому что это сюжетный квест эльфов. Ладно, давайте пока на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!